if you're ready to see what I want to show you. But unfortunately, you and I have run out of time. They're coming for you, and I don't know what they're going to do. Who's coming for me? Stand up and see for yourself. Oh, shh. I can guide you, but you must do exactly as I say. Okay. Как жизнь, ребята, с вами Бенни. Если играть с огнем, можно обжечься. Так говорил мой дедушка. Поражаешься, насколько точно подмечено. Чем старше становишься, тем больше логики находишь в том, что говорили твои предки. Такер Карлсон довольно долго играл с огнем, и Такер Карлсон может обжечься. Может, вы помните, как Такер Карлсон обвинил ЦРУ и другие разведслужбы в убийстве Джона Кеннеди или в том, что они приложили к этому руку, согласно осведомителям в разведслужбах? Да, определенно, ЦРУ было замешано, согласно последним шоу Такера Карлсона. Интересно, почему же они убрали его из эфира? Такер Карлсон сказал, ЦРУ приложила руку к убийству Джона Кеннеди, американского президента. Вот дословный ответ, который мы получили. Цитата. Ответ – да. Я полагаю, они замешаны. Эта страна совсем не такая, какой мы ее считаем. Она фальшивка. Американцы доверяют своему правительству все меньше с каждым годом с момента убийства Джона Кеннеди. Люди у власти злоупотребят любой силой, которую мы им дадим. Конечно, драматичная концовка с Робертом Кеннеди-младшим, который много раз утверждал, что, разумеется, ЦРУ и другие разведслужбы замешаны в убийстве не только его дяди, но и его отца. Очевидно. Таким образом, Такер Карлсон опасно приблизился к огню, и теперь говорят, что Такер Карлсон может быть следующим. Что, черт возьми, это значит? Вот статья Gateway Pundit, «Ходячий мертвец». Российский телеведущий утверждает, что Такер Карлсон подписал себе смертный приговор. Что здесь происходит? По-видимому, самый популярный телеведущий в России прямо говорит, что Такер Карлсон – ходячий мертвец из-за его слов о глубинном государстве и его намерениях по отношению к России. Вот ролик. Со словами Такера Карлсона, его показали на шоу. Они делают озвучку, так что я покажу оригинальный ролик. Но в этом ролике Такер Карлсон говорит о том, как разведсообщество здесь, в Америке, требует войны с Россией. Им нужна горячая война с Россией. Что не сработает, что любой другой созданный кризис не сработает. Им нужна война с Россией, чтобы сохранить полный контроль над страной. Так что они не могут проиграть, они сделают все для победы. И как же им это сделать? К***то они больше не будут устраивать. Правые очень боятся, что опять начнется к***ты, маски. Они не будут этого делать, они не смогут. Все уже все понимают, так что это не сработает. Так что же они будут делать? Они начнут войну с Россией, вот что. В следующем году будет война между Соединенными Штатами и Россией. Правда? И да, конечно, они и так этого хотят. И я не думаю, что мы в ней победим, но это отдельный вопрос. Но я считаю, что для победы с политической точки зрения есть необходимость объявить военное положение, чтобы иметь военные полномочия. Я искренне так считаю, и факты это только подтверждают. Так что если ты переживаешь по поводу того, что наша политика станет еще более беспощадной, чем сейчас, и что в политике будут человеческие жертвы, что вполне вероятно, то ты должен переживать по поводу войны. Конечно же, мы уже воюем с Россией, мы помогаем их врагам. Но я говорю про прямое боестолкновение с Россией. Вот что говорит Такер Карлсон в клипе, который показали на российском телевидении. И ведущий говорит, что Такер Карлсон не просто прав, но слишком прав. Что Такер Карлсон может повторить судьбу Кеннеди, если не будет соблюдать осторожность. Ой, кто говорит? На самом деле, говорит, кто это говорит? Мертвец. Ходячий мертвец. Потому что после того, как он искренне считает, что следующим шагом после обвинений и попыток импичмента станет убийство Трампа. Но вот этот человек, который сейчас самый популярный англоговорящий журналист, подписал себе смертный приговор. То, что он стремится взять интервью у нашего президента и показать его на платформе, где не будет никакой цензуры, вот этого ему не простят. Поэтому, прикрываясь этой частью, я не исключаю, что в ближайшее время, когда он будет из Европы выбираться, будет либо авиакатастрофа, либо что-то случится с автомобилем, в котором он будет ехать, либо вдруг
что-то не то съест, вдруг откажет сердце. Я думаю, что на его месте я бы никому не говорил о своих маршрутах передвижения, потому что уж то-что, а количество смертей неожиданных вокруг семейства Обамы уже давно зашкаливает. Итак, ух ты. Хорошо. Пара сказанных этим человеком вещей является правдой. Я не знаю, кто этот ведущий, и, очевидно, видео взято с российского медиасайта, но... Да, Такер Карлсон и правда самый популярный англоговорящий журналист на планете. Число его подписчиков в Твиттере только что перевалило за 10 миллионов. Это делает его самым популярным независимым журналистом на X, и его шоу самое популярное в мире. В среднем у него 50 миллионов зрителей, 200 миллионов, если это интервью с Трампом, точнее, 270 миллионов набрало интервью с Трампом. Так что, да, Такер Карлсон действительно ломает матрицу, и Такеру Карлсону, как он сказал, следует быть осторожнее с едой, не следует никому говорить, куда он едет. Боже, ну окей. Вот Daily Mail сообщает, что Такер Карлсон не только в расстрельном списке, согласно этому российскому... Российский пропагандист Владимир Соливов, не знаю, я не говорю по-русски, описывает Карлсона как ходячего мертвеца, предполагая, что эти неопределенные американские власти... хотели бы устранить его. Такер Карлсон спросил Трампа в том интервью, набравшем 270 миллионов просмотров, в конечном итоге у них просто не останется другого выбора, и они просто решат вас грохнуть. Такер Карлсон повторяет это в печально известном моменте интервью с Адамом Каролой. Итак, я имею в виду, они позволят Трампу стать президентом? Нет, конечно. Послушайте, они протестовали. Оскорбляли его. Он все равно победил. Они выдвигали импичмент дважды, под глупыми предлогами. Они сфабриковали многое о событиях 6 января, чтобы снова объявить импичмент. Это не сработало. Он вернулся. Они предъявили ему обвинения. Это не сработало. Он стал еще популярнее. Затем они сделали это еще три раза. Каждый раз его популярность росла. Итак, вы начинаете с критики, затем протестуете, затем переходите к импичменту, затем к обвинениям, и ничего не сработало. Что дальше? В смысле, нарисуйте диаграмму. Мы приближаемся к убийству, очевидно. И никто этого не скажет, но я не знаю, как можно сделать другой вывод. Понимаете, они решили, элита в Вашингтоне, обе партии, они решили, что Трамп несет в себе такую угрозу для них, что его быть не должно. В марте следующего года они будут судить его по делу 6 января, что, по сути, является попыткой отправить его в тюрьму на всю жизнь за критику последних выборов, в буквальном смысле. Опять же, если бы это происходило в Молдове, Госдепартамент выступил бы с протестом, чтобы мир знал, это нелегитимное правительство. Но нашему правительству это позволено. И трудно преувеличить, насколько это плохо, и я не знаю, к чему все идет, но столкновение явно неминуемо. Кстати, у нас дряхлый президент, это невозможно отрицать. Байден не управляет правительством. Знаете, я никогда так не переживал о том, что будет дальше, как переживаю сейчас. Боже. И вот, конечно, это фотография, которая еще больше разгневала и сломала матрицу. Теперь вы фактически можете видеть людей, у которых есть эта фотография в магазинах. Я знаю тех, кто украшает ей, например, свою студию. И заявленная цель не достигнута. Это делает Трампа еще популярнее. Все опросы показывают, что Дональд Трамп доминирует над Джо Байденом. Как вы это остановите? Послушайте. Свободу Трампу!
Свободу моему дяде! Свободу моему дяде! Смотрите, фотография, фотография. Как вы остановите это? Как вы это остановите? Вот Spice Girls или... Я не знаю, не знаю, кто это. Я не знаю, кто они такие. Но вы это не остановите. Они держат в руках фотографию Дональда Трампа и используют ее как символ протеста, как крик свободы. Чтобы освободить Трампа. Для них жизнь была лучше при Трампе. Как они это остановят? Если вы начнете задавать вопросы, приготовьтесь к темным ответам, потому что это темные люди. В буквальном смысле демоны. В Вашингтоне сидят демоны. И это люди, которые управляют нашим правительством. Может, пришло время экзорцизма? Взяли святую воду?